Страна отпразднует 68-ю годовщину Великой Победы уже в этот четверг. В преддверии праздника ветеранов, блокадников, тружеников тыла принимал губернатор Михаил Минь. 60 человек из разных районов области. Они не понаслышке знают, что такое война и как важно, когда об их подвиге современники помнят. Вот тот подвиг, который совершили вы, ваши однополчане, те люди, которые воевали вместе с вами, этот подвиг бессмертен, и очень важно, чтобы мы, уже наше поколение, которое воспитали вы, чтобы мы донесли все то, что происходило в те тяжелые годы для поколения наших детей и наших внуков. Война отняла у этих людей молодость. Николай Ульянов к началу войны только закончил школу. Немного боевой подготовки, и вот он уже служит под Сталинградом, потом под Воронежем, но самая главная битва на Курской дуге. Знаменитое Прохоровское танковое сражение. После этого череда освобождений Украины, Молдавии, Белоруссии, Литвы. Мы узнали 8 мая 45-го года. 9-го было построение полка, награды там соответствующие. За войну я был награжден 6 боевыми орденами, 2 ранения, 2 контузии. Наш прошел по 7 фронтам. И таких героев, к счастью, в Ивановской области еще много. Только участников войны более 2500 человек, а ведь им уже в среднем 90 лет. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.